Польза внутреннего содержимого кокоса проверена на желудках жителей тропиков, а полезный состав плода выведен благодаря исследованиям биохимиков. В соке находятся минералы, необходимые в деятельности мышц и клеток. Масло кокоса богато природными липидами, способными привести в норму обмен веществ и снизить весовую планку. Мякоть кокоса содержит лауриновую кислоту, участвующую в сжигании жиров. Химический состав не ограничен этими компонентами. Он включает другие, не менее полезные составляющие. Никотиновую и пантотеновую полезные кислоты, важные в обменных процессах. Фолиевую кислоту, участвующую в работе кровеносной и иммунной системы. Клетчатку, полезную в работе ЖКТ. Калий и магний, поддерживающие в здоровом состоянии сердце и сосуды. Йод, необходимый для эндокринной системы. Селен, как сильнейший полезный антиоксидант. Свежие кокосы несут организму значительное количество дополнительных калорий. А излишне калорийная пища ведет к ожирению не только. При злоупотреблении он наносит вред, вызывая обострение патологии печени и желчевыводящих путей. Воспаление кишечника на фоне расстройства пищеварения. Расстройство работы желудка. Возникновение тошноты. Крайне редко аллергию. Противопоказан при диабете, присутствии в анамнезе фенилкетонурии. Обострение болезни печени и желчного пузыря.